Так, ребятки, добрый день. Моя суббота. Сегодня я бегал. У нас такое маленькое соревнование было, 13 километров. Грязь, всякие препятствия. Все, я помылся, получил футболочку. Видите, это в награду. Там стоит, что мы бегали, что я смог, я умею и все такое. Да, сейчас немножко хочу покушать здесь, потом отправлюсь домой. Но люди еще бегают. Покушаю, ну покажу, как люди еще здесь отдыхают после этого. Какое настроение, какая атмосфера здесь. Так что, такой вот маленький видосик. Ни о чем. Вернее, о моем хобби, чем я занимаюсь в выходные. Кстати, друзья мои, если вам интересно, я поставлю еще видео, как мы бегали. Можете немножко посмотреть, какие были препятствия, сколько грязи было. Может, кому-то понравится. Я не знаю, но мне такое почему-то нравится. Может, в детстве мало в грязи ковырялся или что. Но факт в том, что я где-то стараюсь 2-3, ну, самое максимально 4 раза в год такие мероприятия посетить. К сожалению, чаще не получается, так как это упирается в финансы. Вот такая вот пробежка стоит. Сейчас я бежал 13 километров. Меня обошлось 90 евро плюс бензин туда-сюда. Пусть, грубо говоря, 130-140 евро мне обходится такой вот. Ну, у каждого свои болячки, каждый по-своему освоит. Я люблю вот такие вот приколы. Да, я уже говорил, заглядывайте, смотрите, как мы бегали. А сейчас посмотрим, как люди здесь с ума сводят. Ну и проводят субботний день после таких вот мероприятий. Так, смотрим. Сидят, которые прибежали, отдыхают, кайфуют, можно сказать. Награду получают футболочку, могут водичку взять или пивасик. Я, конечно, водичку взял, я пивасик не пью, алкоголь. Ну и плюс еще получают ребята сосиски, можно вот, валяется, балдеет. С погодой нам сегодня повезло. Погода просто класс, солнышко, круто. Тут вот идет препятствие, ребята проходят. Это правда для тех ребят, которые 19 километров бегают, крутые.
следующий раз будет тоже 19 километров. 13 так себе было. Круто. Da war einfach zu weit. Sauber! Ja, Johannes! Der wollte nur Karussell fahren. Вообще круто надо для больших ребят. И вот приключения здесь. Вот это уже крутая. Да. Парень устал. Все, сдался. Кристиан. Так, мы пойдем дальше. Посмотрим, что есть. О, кто умный был, с собой стульчик принес. There is only one place in the world where you can become a Viking, and you are here. Are you ready for battle? So, Freunde, wer gehört zur Gruppe Karl? Ja, das ist doch geil. Так, теперь пойдем посмотрим, что здесь кушать есть. Что я проголодался. Я здесь уже с 10 часов утра. Сейчас у нас полтретьего. Пора обедать. Надо колбаску похавал, но это не еда. Так. Гамбургер здесь стоит 5 евро. Ну я тебе дам, блядь. Ну, можно шмотки здесь подкупить. Вот их такое лого. О, помес с соусом 4 евро. Цену, да, я тебе дам. Что-то надо будет кушать. Здесь что у нас? Пиво. Здесь пиво стоит. 3 евро пиво стоит. Маленькое 5 евро. Большое 0 литра. Походил, я посмотрел, что-то мне не понравилось, что они там предлагают покушать. Ассортимент маленький. Да. Я решил поехать сейчас домой. По пути где-нибудь остановлюсь. Что-нибудь перекушу. Так что. Да, все сейчас меня ожидает. Ну, если все хорошо, то 2 часа дороги, если будет как сюда ехал, то 3 часа. Вон эти ребятки. Ну ладно, это так вот было немного моих выходных, так что давайте, ребята, хорошего дня, пока. Алло, алло. Алло. Ich krieg ganzes Hähnchen zum Mitnehmen. Ja.
Ja, bitte machen Sie das. Короче, ребята, решила нигде не заезжать, не кушать. Перетер с женой, как говорится, позвонил ей. Сказал, чтобы сделала толчонку, салатик. Я заехал, купил курочку. Курочку сейчас нормально с семьей поужинаем, получается, потому что уже время. Сколько? 5 часов, да? 5 часов ровно. Кстати, классно прошел. За 2 часа я доехал до моего города. Несмотря на то, что я в ту сторону ехал почти что 3 часа. Ну там у меня и была пробка большая. 40 минут стоял. Ладно. Все. Теперь на этом точно заканчивается мой видос. Так что давайте, ребята. Я поехал домой к семье кушать. А мы увидимся в следующий раз. Пока.